Компания «Правда» совместно с нашей промоутерской компанией «Урал Бокс Промоушен» организует вечер профессионального бокса, где на ринге сразятся сильнейшие боксеры не только России, но также других стран. Завтра посмотри, я 100% готов. У меня тренироваться все хорошо, все нормально, сильнее. Я чувствую хороший, отлично, все отлично. Подготовка наших спортсменов заняла приблизительно 2 месяца. Первый этап сбора провели у нас здесь, в Челябинске, в Челябинской области, можно сказать так, в городе Миас, под руководством тренера Камленко Александра. Вот. Далее второй этап сборов, уехали в Владикавказ и готовились в Владикавказе, в сильнейшем зале России. Не побоюсь этого слова. Почему? Потому что именно с этого зала вышел наш чемпион Мурат Гаси. На самом деле постоянно тренируемся, находимся в режиме полной боевой готовности. И очень здорово, что удается провести бой в Челябинске. Вот замечательный город. Вот, будем стараться сделать все красиво. Звезды мирового уровня, мирового бокса, спорта, в частности, будут участвовать, и в ринге мы увидим беспрецедентные и зрелищные бои. Каждый бой имеет особое значение, потому что не хочется ни один проигрывать, все хочется провести на высоком уровне, и этот бой не исключение, хочется сделать все красиво, еще раз посмотреть, в какой форме находишься, что получается, что не получается, и для того, чтобы в дальнейшем уже себя совершенствовать. Хочу большого развития в плане профессионального бокса. Ну и параллельно с любительским работать. Как можно больше боев, споров, как бы, и скорее покорять вершины, забирать пояса. Завтра очень много друзей должно прийти на мой поединок. Я думаю, что родные стены, болельщики, все будут поддерживать. Я думаю, это очень зарядит на бой, и я хочу показать очень хороший и красочный бокс. В целом я горжусь тем, что у меня есть возможность выступать, тем более в Челябинске тоже замечательно. Вот, замечательный город, замечательные у вас люди. Вот, мне очень приятно выступать. Всех приглашаю на вечер профессионального бокса. Будет интересно и жарко, будут отличные бои.